Илья, задолженность у вас оказывается в 97 тысяч, в 450 рублей, алименты. Официально подано Ябарову Илье Владимировичу. И что я знаю, и что? Прекрасно, что вы знаете. Что? Так. Ну, и тут понятно постановление. Вот оно официально уже пришло от того, что вы злостный неплательщик. Слушай, у нас еще такой вопрос. Установил, а постановил. Давай не будем, и последний... Нет, подожди, давай не будем разводить, потому что я вчера только что разговаривал значит? С мамой. Вчера только разговаривал об этом с мамой. И давай не будем меня разводить. Я знаю, что у меня 100 тысяч там задолженность. А что, подожди, а я сейчас вот не могу понять, я тебя развожу на что? Не, а зачем вот это ты сейчас вот собираешь, там что-то разговариваешь? Объясняй, а как ты разрешил и собрался лететь с долгами? Тебе такой я долг. Погашу этот долг, в чем проблема-то? Просто как-то странно, ты такого и изображаешь благородного отца, помню, на презентации человека года, а даже денег не даешь, нет? Я что, перед тобой должен отчитываться, что ли, за этот долг или что? Ну, как бы да. Нет, я не должен перед тобой отчитываться. Как бы здесь коллектив есть, здесь есть Рапунцель, с которой ты должен лететь. Это мой долг. А вдруг ты потом на нее его повесишь? Илья, ты говорил о том, что ты собираешься строить отношения с Солей, поэтому я не понимаю, почему ты не отдаешь Соли. Стоп, как ты хотел, еще раз, он знаешь, что хотел? Жениться на нее, повешу, подожди, жениться на вот на а потом повесить на тебя, повесить вот на тебя вот, долг. Чтобы я потом платил. Странно. Слушай, я перед вами вообще что, должен отчитываться, что ли, тут сидеть? Вы что, ненормальные, ну, что ли? Ну, а придется, не заставляем себя. Не буду я отчитываться, придется. Мы тебя не заставляем отчитываться. Я знаю, что у меня 100 тысяч долг, все, подожди, пока. Насчет вот, Владимир, ты Владимир, кто такая, чтобы я перед тобой отчитывался, ты, чучумора? А мой ты даже долг, поговорить не можешь. Как я на себя его повешу, ты, чума? Что ты, как я на себя его повешу? Пришла, он тут улыбается. Подходила, говоришь, мы вместе летим на Сейшелы в августе. Я сказал, что мы в августе летим, а не с тобой. А как ты подешь? Чучундра, я еще раз тебе говорю, чучундра. Не надо меня оскорблять! Ты, если ты еще раз, я тебе говорю, будешь касаться моей семьи, я так. Тебе буду разбивать твою дыню да здесь, что, понимаешь? Нет, нет, это нет, мой нет, личный дом! Уйдешь домой! Это мой личный дом! Да не настраивайся! Уйду! Уйду я домой! Хорошо. Ты меня что, пугаешь, что ли, этим? Я не пойму! Ты твое поведение! Ты меня пугаешь, что ли, я не пойму! Тебе не докричишь. Идиотка, я не думал, надо меня еще раз шалава. Илюха, а ты будешь здесь. Я за свои она долги сам буду отчитывать. Я при чем? Почему я должен перед ней отчитываться? Перед нами все, перед ведущей. Ну а кто ты есть такая, что ты пришла? Ведущим, да ты тут кто есть, я отчитаюсь перед ведущим. Идиотка, ты кто есть? Я не пойму, а что я должен перед тобой смысле? Просто я тебя трахал и все. Ой, просто трахнул и все. Ужасно вообще, это тебе потому минус. Потому что ты этого хотела. Ты подло поступила, подло, тебе подло минус. Поступила ты не как мужчина настоящий. Почему я должен перед ней отчитываться за долги, Андрей?